Кстати, в сети запустили очень крутой проект «Как накормить Казахстан». Объясняю, молодые стартаперы предложили проекты, где еда и все, что с ней связано, имеют привкус полезных нанотехнологий. Яна Пучкова пообщалась с алматинскими студентами, которые утверждают, картонные стаканчики для кофе могут превращаться в цветы. Всемирно известные бренды кофеин ежедневно выбрасывают 7 миллионов стаканчиков в день. Причем состав такой посуды включает в себя прослойку пластика, который разлагается больше 100 лет. Но среди казахстанцев нашлась команда молодых людей, которые предложили изготавливать такие стаканчики, из которых могут вырасти цветы. Стаканчики будут полностью биоразлагаемыми, но при этом будет применена технология импрегнирования, которая позволит впечатать семена в бумагу. Говоря простым языком, выкинув такой стаканчик на землю, он начнет со временем разлагаться, а семена дадут плоды. Вы должны либо просто его выкинуть на землю, и в течение 180 дней она разложится. Но и семена тоже будут впечатаны не простые, а тех сортов цветов, которые находятся в Красной книге. Конечно, со стороны это будет не очень эстетично, поэтому также будут предлагаться специальные урны для стаканчиков, которые далее можно будет закапывать на аллеях и в садах. Но сегодня этот перспективный проект пока что ждет финансовой руки и помощи. Аппарат по производству стаканчиков, в принципе, стоит порядка 5,5 миллионов тенге. Ежемесячно мы имеем 2 миллиона чистой прибыли. Рентабельность проекта составляет 76%. А это весьма неплохие цифры, учитывая, что тренд на кофе до сих пор в топе. А в миксе с модой на экологию любая кофейня сможет завлечь больше клиентов, используя проект молодых стартаперов. Яна Пучкова, Руслан Хасанов, Новости Ревью.